вчера была, тут вроде как я ее видел, не видел. Нет. Не было. А болеет? Нет. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю, приди, селися в ны, и очистены от всякие скверны, ты спаси, блаже души наша. Отец наш небесный, во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы просим, благослови это собрание, дабы этот воскресный день напоминал нам всем о победе, которую ты одержал над дьяволом, над этим миром и над грехом. Чтобы сердца наши стремились к единению с Тобою, мы радовались этой встрече и общению друг с другом. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садитесь. Продукты принесли. У нас сегодня многих нету, во-первых, батюшки нету. Дальше кто-то заболел, пошли в ближайшие храмы, то давление, то что. Кого-то в командировку послали на воскресный день. И все же Бог усматривает наше желание. Это если есть искреннее, сильное желание, то человек стремится в это направление. У него не от ветра, не флюгер на крыше, а у него точно туда. Вот если молодые полюбили друг друга, и родителям бывает даже не нравится будущий жених, она сделает все возможное, чтобы мысли родителей направить к тому, что он не такой, как вы думаете. Я учусь с ним, я его знаю. И вы знаете, это рассказ, когда он пришел, а отец даже... Я думал, лох он, а он хороший. Она с ним решила познакомить, а отец-то богатый. Первый вопрос, а ты сможешь мою дочь содержать, как я содержу? Но если Бог даст. Ну, ей нужна минимум как 3-4-комнатная квартира. Сможешь, как Бог даст? Интересно отвечает. Студента. Ну, а летом в Крым повезешь? Как Бог даст. А та на уроках не дождется, домой прибежала. Ну как, пап, понравился Игорь тебе? Неплохо. Мне понравилось, как он обо мне отзывался. То есть Бог, он понимает, что ему тесть даст, то и будет. Он так и понял, что он Бог. Вот нам нужно все-таки делать какую-то грань здесь. Мы слышим об обыкновенных вещах, и не можем разобраться. Начинаем давать суждения. Я вот небольшой такой видеорассказик услышал на неделе. Тоже через интернет. Новый учитель в школе. И увидел, что ученики... Я хотел, чтобы дети были здесь. Где они все дети-то сегодня? Никого нету? Сегодня все уехали. Дети говорят, это ангелы. Видите, сколько выражений таких. Дети это самое злое существо, какое есть сегодня. Как они издеваются друг над другом. Как они презирают тех, которые имеют какой-то недостаток телесный. Они его передражнивают. Учительница прихрамывает. Из класса выходит, они все идут и преподают за ней.
спорят, разговаривают, все в злом намерении. Оказать помощь тому, кто слабее, у кого какой-то недостаток, не дождешься. Это не где-то, все в печати пишут. И вот одного в классе еврейщик, а его обзывают дурачок. Учитель только пришел, и он сразу услышал, как это... Да он дурачок пошел-то. Он спросил, а почему вы его так обзываете-то? Он думал, что тут какие-то националистические взгляды, может быть, там, юдофобия, еще подобное. Он говорит, он не различает даже деньги. У нас, говорит, вот 2 рубля, посмотри, какая она большая-то, а 10 рублей-то, она поменьше. Так вот ты ему даешь 2 и 10, он никогда 10 не берет, а берет 2, почему? Она больше размером, он совсем дурачок. Ну неужели тут нельзя разобрать-то? Учитель его остановил, потом и спрашивает, а ты знаешь, что тебя дурачком называют? Тогда почему? Я гляжу, ты на уроках отвечаешь разумно. А потом говорит, тебе дают иногда так вот 10 рублей 2, и ты выбираешь 2, потому что размер больше. Правильно, а почему берешь? Так если я 10 возьму, это всем понятно будет, они его лучше давать не будут. А они так-то по 2-то дают, я уже набрал 50 рублей. То есть он умнее всех их оказался. Евреи хотели обмануть. Не обманешь. У евреев он говорит, у русских сразу и все. А евреи говорят, по копейке накопим. Надо учиться. Вот мы говорим, Моисей. А евреи говоришь, Моисей, ну о ком вы говорите? Мойша. У них буква Ше, а у греков нет Ше. У меня Вася был на квартире. Он греческий язык знает. Я говорю, Вася, вот переведи, святая Шушаника. Он тут же по-гречески пишет святая. Я остановился, я говорю, а что дальше не пишется? Шушаника. Это Сусанна. А у нас букв таких нету. Ше нету. Ешуа. Ну кто знает, что такое Ешуа? Ну поднимите руки. Это Иисус. По-еврейски Ешуа. Шмуэль. Это Самуил. Мойша. То есть Моисей. Вот. Нам надо еще сознаться в том, что мы имена произносим-то неправильно. Мы получили это от греков. Я начал-то с чего, что кого-то нету. А вот которых нет, они это уже не узнают. И которых нет, надо искать. А когда начался этот поиск? В раю. У Бога было собрание. Первое собрание с людьми. Бог пришел. Сегодня у меня собрание. Я перевожу на сегодняшний язык. Сегодня у нас моление будет, беседа будет. Пришел, никого нигде нету. Адам, где ты? Сегодня мы сказали, начало названия, может, в больницу взяли? Адама нет, я его не спрашиваю. Она где? За мужем. То есть она за мужем лежала, там подальше. Она за мужем. Познали друг друга, они только за пределами рая. И что? Адам спрятался, совершенно разума лишился. Бог будет его искать где-то. Неужели Бог не знает? Вот Бог... знает последний поворот земли, последний вздох последнего человека на земле, во вселенной, до сотворения мира. И удаляться от Бога, это значит лишиться разума. Это неправильно обращаться с тем назначением, которое ему Бог дал. Господь говорит через Златоуста, что Адам обладал пророческим даром. Я говорю, а где он еще пророчествовал-то? Я когда прочитал, я считаю, сразу остановился, стал думать, думаю, я догадаюсь или нет. Он Златоуст сказал, я дальше не считаю, я вот так считаю. Сумею я сам достичь того, что нет? И подумал, нет, нигде не видно. Оказывается, в еврейском языке, когда он начал давать имена животным, проходили звери перед ними, он говорит, корова, воробей, ворона, сорока. По-русски-то ничего не значит это. А по-еврейски означает вор, воробей, вор, бен, все ворует, его бить только надо. У нас его звали жидом, не знаю почему, воробьев звали жиды. Жида разорить там, про жидов, про евреев я и знать не знал. Ворона, она везде все тащит, ворона. У него название соответствовали этому. Кормящее молоком, там, допустим, корова. А у нас она ничего это не означает. Он обладал этим даром и лишился всего. Ну еще у него дар был, назвал жену свою. Ева, то есть Зоя. Жизнь. Знаешь ли ты имя своей жены? Приносит она жизнь или смерть? Но он не знал, что в Еве таится смерть. Написано, и через нее все мы умираем. Это Священное Писание дословно говорит. Через нее. И поэтому особое внимание, особая забота должна быть о жене. За жену придется так отвечать, что ты пришел к Богу, а ее нет.
А где она? Вот теперь ты должен спрашивать. Бог спросил Адам, где ты? Адам подчинен Богу, не жене. Он не равен ею. Ей. Это сразу надо. А теперь ты, Адам, вместо Бога для жены. Он глава. Мужу глава Бог, а жене глава. И поэтому он теперь должен спрашивать, где она? Вот мужья спрашиваете теперь, где она? Ну, она ходит в другую церковь. Она не ходит там или что-то. За все отвечать будем. Ты подумай сначала, где были эти упущения, почему мы это не досмотрели, как. Через нее все мы умираем. А она жизнь оказалась смертью. Вот и пророчество его. Пророчество имеет силу и исполняется только в присутствии Божьем. Бог. Я несколько моментов сегодня хотел сказать. Премудрый Соломон в женщинах разбирался, наверное. С одной женой не узнаешь всю жизнь, будешь знать ее, познавать ее характер. А такое выкинет, сроду не догадаешься. Сегодня женщины очень смелые. Они, говорят, самолет на ходу остановит. Залезли в самолет, и сразу два самолета взорвали. Поясом таким опоясывается. Дома без пояса, а тут начинилась и взорвала. И вот надо помнить, где ты бываешь, о ком молитва в первую очередь должна быть. Лучше соглашусь на краю кровли, в углу кровли, со злой медведицей, чем со злой женой в своем доме. Так а медведица, ты знаешь как? Ты видел хоть один раз, как ее рвет медведь? Сегодня в интернете показывают, там зашел человек, он рвет его. И так насмерть и задрал. Нигде, а в загородке, попал в загородку туда. Он кормит их. А жена страшнее. Ядовитые драконьи головы, это все Соломон с Иерахом говорят. И однако ее надо привести. Она будет тормозить под ногами. Она спутница, она все время будет спутывать тебе ноги. А ты доведи ее. Ты позаботься о ней. Вот к этим мыслям меня побудила телефонный разговор, тайно записанный Юлией Тимошенко. Много таких отрицательных слов в эфире. Ясенюк там выступает, Арсений, премьер-министр. Но она-то сейчас никто, она на костылях стоит вот так. Вот еще пришла из заключения. Ее разговор подтвержден, никакой здесь ошибки нету. Она с кем-то разговаривает, ну, то, что его называют, там, американский посол, допустим, она, Россия, сжечь, чтобы даже пепла не осталось. Опять сжечь до остатка и дальше пей, другое, слова нехорошие. Ни один из тех руководителей, которые сегодня у власти, никогда таких слов не говорили. Это 140 миллионов, это Гитлер даже не такое не замышлял. Как так? Женщина, больная, столько пережившая, и притом она открыто это говорит везде. Дальше открытым текстом она стоит, и оттуда ей задают вопросы, и она говорит. Ну, допустим, ей дали роль, вложили эти слова, но она все равно за них отвечать должна. Всех до одного уничтожить и призывать к этому. Вот даже этот Белой Сашка, этот музик, это, которого застрелили, и он этого не говорил. Таких слов, чтобы уничтожить всю страну и превратить ее в пепел, никто не говорил, даже Гитлер не говорил. Что значит ярость женщины? Поэтому усилить о ней молитву. Мы молимся. Ко мне очень часто выходят в интернете с Украины. Вчера одна женщина зашла, и у меня хороший ролик с ней получился. Вы зайдете, увидите, как она искала и вернулась. Она по разным сектам ходила и пришла в православие. У них хорошие вопросы. Ну просто хорошие. Елена звать. Зайдите и посмотрите. Об Украине усилить молитву. Турчининов, который сегодня временно исполняющий обязанности президента, какие силы бросает на военное вооружение, что они там говорят, я это не берусь. Но это пресвитер сектантов. Самое-то главное-то. Это двойной стандарт. Если они у нас здесь служить нельзя, в армию нельзя, оружие брать нельзя. А там перевооружают все самое современное оружие, чтобы Россию испепелить. Ну ты-то то же самое. Почему у тебя там та мерка? Что там надо вооружаться, вооружаться атомным оружием, убивать всех подряд. А здесь нельзя идти в армию. Я за то, что человек ценная фигура должна быть везде одинаково. Если это грех, то грех и там должен быть. И ты должен отойти и сказать, простите, я забрел сам не знаю куда.
Они не знают, за что Украину постигла вот эта беда. Так, такие, говорит, мирные были, такие люди хорошие. Что случилось, женщина мне это говорит вчера. Год назад, не знаю, хоть вообще объяснить нельзя. Откуда эта злоба все это вылилось? Она накапливается постепенно. От недоверия, от осуждения, от уклонения от истины. Отклонение от истины. А истина одна. Это уклонение от Христа. Все секты, какие сегодня есть, самое большое распространение имеют на Украине. Все харизматы, все туда сдвинулось. Это Журавлев, который идет. Все там находятся. Все. И везде смотришь, чем они заканчивают беснование. Валяются на полу, переворачиваются, лают по собачьи. Просто вы не видите некоторые. Причина может быть здесь, за удаление от Бога. А они думают, это вот за это, наверное. Гадать не надо. Бог всегда наказывает за удаление от себя. Открой Святую Библию. Там очень четко и ясно об этом говорится. Вот вы помните, как-то было, Андрей Кураев отозвался обо мне, там назвал каким-то самым выдающимся миссионером, то другое. Он выступил в Англии. Оказывается, в других местах. И оттуда люди приходят и приходят через его выступление. Они заинтересовались, зарядили, интернет выдал, вышли на нас, все слушают, наши собрания и прочее. Что значит одна фраза, сказанная человеком? Несколько слов. Об Андрее Кураеве усилить молитву, чтобы я вышел на него, и когда мы поедем через Москву, если Господь благословит ехать нас, чтобы мы с ним встретились. Я не знаю, кого я так часто поминал, и все не в положительном смысле, как его. 120 раз в книгах, в письменном виде. То есть мои несогласия. И несмотря на это, он отзывается в самом возвышенном тоне. Пожалуйста, разве это не говорит о человеке? А другом даже один раз это сказал, он теперь будет всю жизнь тебе мстить и доставлять печали. Здесь 120 раз. Да я ни об одном из вас не говорил 120 раз отрицательно. Даже все вместе собрать и то... не наберется. Почему? Он много выступал, я эти выступления комментировал и показывал несоответствие со Священным Писанием. Только больше ничего не говорил. Говорил о его нерожденности свыше. Он сам говорил, я сотрудничал с властями, а вы-то еще молчите. То есть то, что ну, просто никак не годится. И вот он говорит, это такая смесь, это на меня, это вот баптистское, как-то старобрядческое. Я расшифровал все. Баптистское это то, что Писание, такой пиетет, он говорит, любовь к Библии. И в то же время любовь к канонам, а каноны это старообрядцы. Мы от старообрядцев не отворачиваемся. Старообрядцы это именно те, которые князь Владимир крестился. Это Сергий Радонежский, Феодосий. Ну откуда они? До реформы Никона-то было где-то. У нас все послереформенное, кроме одного, Духа Святого Господа истинного животворящего. Это мое было отношение к этому, здесь никак нельзя. Бога истина от Бога истина, а Духа Святого уже не истина, это не может быть. У нас больше ничего нету. Дальше свободное крестится двумя или тремя, я сказал, в том и другом элемент ереси, так что нам тут спорить не о чем. У нас больше нигде никаких изменений нету, но уже говорят, вот, ну, у вас старообрядческая, а надпись это баптистская. Да, на надписях Слово Божие говорит, и на косяках домов, и везде напиши, чтобы люди считали, смотрели, знали. Я еще про Адама немножко хотел сказать. В Адаме заключается все человечество. И все-таки надо повнимательнее посмотреть. Есть вопросы, которые не отвечает никто. Где была Ева в момент, когда подошел сатана к ней? Где Адам был? В каком краю рая? Почему он не был рядом? И возможно ли было грехопадение? Хотя это все у Бога занаряжено было. И все-таки. Женщине не надо любопытствовать и ни с кем разговаривать. Мусульмане правы. Я вот был в Азербайджане, там беседовал. Она жена Мулы Шамира. Я не один раз дорогой, когда мы пошли, она... Наших оставили, братьев, а мы пошли по городу. Она мне повела показать город и все. И садимся в автобус. Я спрашиваю, а на одном сиденье сидим, вам ничего? Да нет, отец Игнатий, да что там это? То есть я спрашивал, как бы не нарушить их правила? Правила все-таки у людей накапливались веками. Смотрели, как лучше. Как? Я вот в Америке увидел, идут одеты люди, как наши, как будто бы наши люди идут. Идут впереди четыре мужчины, сзади метра на три, на четыре идут женщины.
одеты, длинное платье, там сарафаны у них. Я удивился, кто такие? А мне назвали, какие это люди, откуда это, говорит, у них такой обычай, как в Японии. Жена должна идти хотя бы на два шага, сзади мужчина. За! И поэтому она нигде не встрянет в разговор. Остановился муж с кем-то разговаривает, а они своей компанией стоят сзади. Так мужу есть над чем заниматься. Даже по обычаям мира, которое помогает сохранить этот род. Род, как называют, утлый сосуд, подверженный греху, нападкам сатаны особенно. Ведь не написано, что род человеческий зачиняется от похоти жены, а от похоти мужа. Это главная движущая сила. Когда говорится о духовном рождении, не от желания мужа, а от Бога родились. От Бога. Если жена будет только побуждать похотением, то для Бога рождения никакого уже и не будет. Понимаете, такие маленькие вопросы, когда начинаешь задумываться, думаю, наизусть их знаю, а Бог дает размышления, и видишь, вставать вместе. Мы в разные смены работаем. На молитву утреннюю, чтобы были вместе. Она только легла, не имеет значения. Муж только лег. Все вместе на молитву, потом ляжешь. Прерывистый сон лучше воспринимается организмом. Это сегодня уже абсолютно все знают. Леонардо да Винчи спал 2 часа. Иногда 3. А как? Он сам опытным путем подошел к этому. Я 3 часа работаю, 15-20 минут отклонился, заснул. И опять заработал. Опять 4 часа поработал, опять 15 минут. И в общей сложности набирается вот так. Так это не день, не два, это жизнь. Елизаров, доктор, курганский костник, точно так же. Эдисон, я говорю, те всемирно известных людей, которые 3 часа. Мы не монахи, нам меньше труднее. А Арсений Великий говорил, достаточно для сна 1 часа монаху. Так а разве может так быть? Организм несет все, если его тренировать. Когда его тренирует организм, посмотрите, когда бойцы где-то бьются, скачут, переворачиваются в воздухе, на лыжах летят, и что только они не делают. Это не в один день все делается. Так и на молитву. Испытание, насколько человек искренне верит в Бога, это сон. Один из параметров таких. Во сколько встает? Да по-разному. Если говорить по-разному, это означает, графика нет. Ни в монастырях, ни в армии, нигде по-разному слово не говорится, где есть дисциплина и где есть общность. Везде в одно время. В тюрьме ровно в 6 часов, звонок на всю тюрьму, там такой звонок. Все, 6 часов. В армии кто был, знаете, что подъем не в 9. У меня в лагере ребятишки были, я вижу, он такой квелый. А во сколько ты встаешь? Я по-разному. Ну, примерно. Иногда в 11, иногда в час. Вот и все. Иоанн Златоуст говорит, праведник ночь превращает в день. Он молится как днем. А грешник, он превращает день в ночь, спит. Особый график был у Сталина. И они как сыщи торчали. Ночью все замыслы шли. Ночь дана для росы и для слез. Растения. Растения орошаются росою, а душа человека слезами. О нашем положении немножко хотелось сказать. Если Господь благословит, на этой неделе у нас будет, может быть, виза на руках, как сказали. Была задержка, и вернули то, что мы послали. Совсем незначительное. Немножко не досмотрела та, кто принимала. Фотографии оказались прошлогодние. Они хорошие. Но на паспорте те же сегодня оговорки нет. В английской там оговорка, чтобы фотография была не больше, как 6 месяцев назад. И мы почти сфотографировались, а фотографии сдали старые. В самом невыгодном положении у нас был Николай. У него фотографии. Но он дал новый, у него все прошло. А нам смотрите назад. Вот видите, оказался сзади, а повернулись. Николай первый оказался. Мы теперь новые фотографии отдали. А так как просим мультивизу, чтобы несколько раз можно было заходить из шенгенской зоны, выходить, потребовали дополнительное описание. Почему мы говорим, с кем мы едем, почему нам нужно несколько раз выходить. Написали. Там лишнее не говори. А то бывает так, люди укажут, что мы едем на машину, на машине, по-честному. А оттуда сразу запрос, так... А грин-карта на руках? А правила зарубежной поездки знаете? А сдавали? Ты не рад будешь. И поэтому хорошие, которые принимают документы, они своим клиентам говорят, вычеркните это.
там не спрашивают про это. Зачем вы сказали-то? А мы честные. Вас еще на один месяц задержат, честных. Ты просто пропусти, в графе не сказано, тебе не надо. Не надо это говорить. Если у нас это заладится, так, Витя Петерима сегодня в командировке. В Рубцовске едет, о нем помолиться. Он главное составляет, Николай свое дадите, соединить надо. Как только нам откроют, мы сразу начинаем работать по английской визе. Нельзя туда послать, пока не получим паспорт с шенгенской визы. Опыт приходит не в один день. Вот у нас кого-то нет, вот Адам, где ты? Я стал над этим словом размышлять, и многое открывается. Кого нет? Вы постарайтесь этим людям передать, о чем мы разговаривали, чтобы они не отставали. Я не выявляю, какие причины. Причины бывают очень положительные. Не мог прийти человек, не покиньте их. Запишите, оформите это, дайте им прослушать. Я в Потеряевке, когда говорил проповедь, то никто не ходил, но они стали бегать и искать эти проповеди. Я тогда узнал, с какой целью они берут, и сказал, запретил. Прослушать можете давать любому, переписывать не давать. Им нужно только подыскивание. Они сами не ходили, а теперь вопрос, а про нас что-нибудь не говорили? Они собирают компромат. Поэтому приходите, сами записывайте. Здесь можно любому записывать. Здесь. Записывай, ну и все, вопросов нет. У нас так было. И тех, которые гонялись за ними, ни одного нету. Они все ушли. То есть они держали в себе лукавство, там хитрость, подыскивание. Они в любом месте задержатся, но у нас они не задержатся. Потому что им это в тягость будет. Мы с собой еще не знаем, что брать. Но будет сбор уже в мае месяце. Поэтому нам потребуется что-то. Это уже довожу до сведения. Лук. У нас его нету. Если будет чеснок, чеснок. Но в прошлом году нас снабдило вот Валентина Барышникова много приносила, Александр Михайлов, другие. Там что-то такое сухое. Сухое. Из фруктов. Из фруктов что там было? Ну что там продается-то? Я не перечислил. Там были орехи, что-то такое. Мы дорогой едем, а что утром-то только вода холодная. Горячая-то не всегда бывало. А у нас нынче так и будет. Надо подготовить, Николай, прошлогодняя ваша эту грелка, которая там разогревать можно будет, к ней очень удобно. Закрылись, нас даже не видно, прямо в машине приготовили пищу внутри. За рубежом это лесополос нету и с дороги не съедешь. Мне их порядки очень не понравились. Очень. Не съехать никуда, не спрятаться. Ну, просто никак нельзя. А у нас как? Ну, 150 метров я по бутылкам, по мусорным пройду. Лес-то. Ну, а дальше-то нормально у нас. Дальше-то тебе боятся идти. А тут нельзя сойти с трассы. Все, загорожен на 4 метра забор. Еще и в юном красиво. Но что там, я даже и не вижу. Ни озера не покупать. Нет. Это не наше. Я вам говорил, как и батюшка встречал такое. Одна вышла замуж англичанка за нашего брата, она верующая. И прошло сколько-то времени, они строятся. И в Москве где-то в пригороде, и бревна уже привезли, второй год лежат. Но она съездила в Англию, вернулась, говорит, я до того отвыкла. Говорит, русские беспорядки мне больше нравятся. Меня бы сейчас там 100 раз оштрафовали, и бревна увезли эти. А мы строимся, у нас все нормально идет. Вот потеряли, крапива вот такая, один раз скосил. Выросло, еще скосил. А там вылизано все. Не больше там 10 сантиметров, чтобы трава была. Каждый день строчи на машинке. Да какая же это жизнь? Что ли делать у нас? И лопухи, и пчелы прилетают тут. Вот сколько стая собак. А мы в Германии были. Нигде не увидели. Я в Америке тоже смотрел. А ведет одна 5 собак и ведет всех на поводках. Понимаете? Никак. И у каждой с собой мешочек. Где собака выгуливает, написано совок нарисованный. Совок из $100. Что непонятно. У нас ребятишек никуда не выйдешь. Надо брать отовсюду доброе. Мы вам все не передадим. Но что увидели, мы уже оценили. Так. Стоял, кое-что еще хотел тут. Мы ищем соратников,
таких искренних, искренних, которые нас ждут, которые подготавливают встречу, который в Финляндии потерялся, он сам вышел наконец, договариваемся, и он стал говорить, а священник там, он сразу говорит, что-то сказали, да, вплоть до патриарха спросить, принять, нет, да зачем там нужно-то, никого не надо. А протестанты с удовольствием, да мы будем встречаться. Еще нас не видя, и они начинают искать компроматы в интернете, нас, а вообще священники людьми не занимаются, это мне прямо люди говорят. Я подхожу к батюшке, она из сектантов-то, он к другому меня, говорит, отфутболил. А другой тоже некогда, она походила, ничего не понимает, нигде вернулась обратно, там где было, у адвентистов, у кого было. Вот и все. Тут к ним едешь, едешь с такими дарами, и с Литвы на нас выходят, очень желают. Ты все, у нас и свой двор там будет и приготовлено, чтобы приехали только, побыли, встретились. И люди разные. У нас есть страны, в которых остановка пока не предвидится такая дольше. Это Испания. И во Франции, и в Германии, и в Португалии, и в Италии. Везде находятся люди, еще не утвержденно, но уже, которые желают. В Испании никого нет. Вообще нету никого у меня в интернете друзей. То ли мимо проходит, или эта страна такая особо католическая. Там католицизм главную роль играет. Я Николая Польгуева хочу спросить. Брат, ты посмотри вот у соседей. Вот здесь Надежда Васильевна, братья помогли ей ваты этой натаскать. Они утеплитель делали, стрески. И большие тюки наносили. У нас крыша, это не утепление, ничего. Не взяли это, которое вата принесла, она клочками. И вот это, которое земля есть, она же идет там, ну, до балки. Квадратик этот выскоблить землю-то, застелить каким-то слоем, сантиметров 5 этим, ватой-то, а потом землей присыпать. Изоляционный слой, сказать это. Теплоизоляционный-то. Так, а там же опилками засыпано все. Лучше наоборот, прямо на землю вату класть. Потому что вату нельзя придавливать, она свойства теряет свои строительные. Ну а что там придавливать? Она чуть-чуть там. А на землю положили, она будет... Надо подумать. Как лучше? Или сверху просто... Там же опилки заложены наверху. Я спрашиваю совета. Посмотрите, соседи, у которых у них еще большие тюки лежат. Это очень легко. Поднял, рассыпал ее, и все там. Ну, разорвал где-то, может, придавил чем-то. Но только если там будет эта вата, она не стекловата ли, или просто вата, то там лишний раз не лазь. Там тончайшие иголочки будут в воздухе летать. Они на... Легкие, на все действует очень отрицательно. Я работал с этим материалом, мы строили дома на стекловате. До сих пор все красно, они втыкаются тысячи иголок. Так, вопросы. А то я буду задавать вопросы к некоторым. Лена, где Политыкина? Я здесь. Вот она. Прости меня, что не видел. Ты знала, что у нас такой порядок, что кто выходит с богослужения, обратно уже не заходит, остается в притворе здесь с нами, где я все время стою. Ты знала про это? Раньше знала и забыла напрочь. Ну, я напоминаю, что этого делать нельзя. Кашель тебя бьет или что-то. Ты вышел оттуда. Это пожалуйста. Ну тогда останься здесь. Не, назад не заходить. Останьтесь здесь. Сиди на скамеечке здесь. Ну то есть мест много. Но туда уже не заходить. Ну, у нас принятый порядок. И нет, ну, причин нету менять его. Это правильно. Другие молятся. Почему? А ребенок, он зашел туда-сюда, бегает. Я предупреждал в прошлый раз. Я Любовь Николаевну не вижу. Она с детьми там помнит. Любовь Николаевна. Ну она не слышит, наверное. Сказать ей. У нас порядок этот уже на делом показано. Что это правильно? Так, Люба. Подойдите, ничего со мной. Сейчас я на скамейку. Надо с ней, рядышком. Она никуда не денется, она выйдет. Этот порядок я попрошу соблюдать. Если даже нас летом не будет, не надо пятиться никуда. Мы не против, что вышел, ребенок понуждался, но останемся здесь, туда не заходи. Обратно не надо туда, в сам храм заходить-то. Может, у кого-то возражение есть, желаете переначить это правило? Для этого нужно законно собранное собрание, 3/4 голосов. И скажем тогда, каждый, заходи десятки раз, ходи, выходи. Ну хорошо ли это будет? И чем мы это будем отличаться от проходного двора, который Московской патриархии? По крайней мере, у нас хоть тишина, порядок в этом есть.
Я бы маленькое задание вам дал, которое будет очень большим. Так, Виктор Андреевич, помоги мне. Вы помните, к нам приезжал Булатов? Да. Алексей Владимирович, директор библейского общества в Сибири. Вот. У них там была большая авария, собирали деньги, купили автобус и дальше вот отсюда хотя бы. Вот они пошли в больницу. Послушайте, кто работает в больнице, вам это особенно будет полезно сравнить, так или не так, и чтобы было как надо. Случилось так, что я недавно посещал в районной больнице своего друга, уже неизлечимого ракового больного. Меня трудно чем-то удивить, но то, что я увидел там, в больнице, находящегося всего в 40 километрах от Новосибирска, повергло меня в шок. В шок повергло? Человек, который с иностранцами знается, везде ездит, но не видал такого. В верхней одежде, в многократно неиспользованных бахилах поднимаюсь на второй этаж. Палата, в которой лежит умирающий пациент, рассчитана на 5 человек. Пока я там был, к ним подселили, в кавычках, больного. До чертиков запившегося молодого человека, который не мог понять, где он, почему он здесь, что всем от него надо. Он скакивал с постели, бегал по палате, кричал, матерился, а кровать моего друга разбил в кровь голову, и после того, как он обмочился, медсестры решили его привязать к койке, но парень не замолкал, даже связанный. У моего друга на тумбочке стояла грязная засохшая тарелка. Я попробовал отмыть ее, но холодной водой сделать это не случилось. Подхожу к кухне и прошу капнуть на тарелку моющего средства. Мне грубо отказывают. Я не дам, потому что приношу из дома, чтобы мыть кастрюли, в которых мы варим. Для больных у меня нет. Я не буду покупать для каждого больного на свои деньги еще и порошки. Приносите для себя сами. Кое-как уговорил капнуть в тарелку моющего средства, пообещав в следующий раз привезти целый флакон. Одна проблема была решена, но вскоре возникла другая. Мне понадобилась вата, чтобы обработать пролежни. Обращаюсь к медсестре. Опять удивлена, почти возмущена и испугана. Предлагает идти за ней. Идем по бесконечному больничному коридору. По дороге заглядываю в палаты. У них также непрекаянно по 5-6 человек лежат больные явно с разными диагнозами. Пожилые, подростки, тяжелые, ходячие. Все как-то в одной куче и никому не нужные. Вы не думаете, что это придумает человек? Это пишет человек верующий. Вы его видели, он у нас здесь был. Подходим к последней двери, процедурная. Медсестра дает мне 2 куска влажной серой ваты, величиной с фалангу моего мизинца. Вот такой вот. Я думал, проспиртованное, понюхал, нет, спиртом не пахнет, просто смочено водой. Мне нужна была сухая вата, прошу об этом. Медсестра теперь уже откровенно возмущена. Моими барскими замашками нервно подает мне 2 куска сухой ваты того же объема. Вата это назвать трудно, какой-то серый войлок с черными песчаными точками. Прихожу в палату и спрашиваю, где же они берут такую вату? И один из соседей моего друга отвечает, а из матрасов вытаскивают. В больнице вата – это из матрасов, которые вытаскивают. Это в тюрьме, я даже такого нету. И судя по качеству этой так называемой ваты, это очень похоже на правду. Во время хождения по больничному коридору я обратил внимание, что на многих кроватях лежали пакеты синего цвета. Один из них был у моего друга. Пакет назывался ЛДПР. Жириновский. Заглянув внутрь, я увидел подарок больным от партии. Кроме пакета, конечно, блокнот с портретом лидера на обложке, туалетная вода, которая называется именем лидера партии, и партийная газета, передовая статья, в которой была тоже написана лидером партии и называлась «Как через запросы граждан воздействовать на депутата». Смешно до слез. Как тут не вспомнить притчу о добром самарянине? И пусть люди, борющиеся за власть, фарисейски дарят умирающим больным пакеты с пустотой. А что, если мы возьмем на себя настоящую заботу о них и оставим в палатах по Евангелию, а лучше по Библии, а еще лучше не по одному, а на каждого больного, а еще лучше не в одной больнице, а во всех районных больницах хотя бы нашей области, а лучше во всей Сибири. Поступим, как нам заповедано. Мы с вами сделали большое дело. У нас снова есть транспорт. Но ведь он нам нужен не просто так. Он нужен, чтобы развозить Евангелие. Так давайте наполним наш новый микроавтобус Писанием.
чтобы непрекаянные, неухоженные, больные в сельских больницах через слово смогли почувствовать реальную заботу Христа, ведь Он отдал за них жизнь на Голгофском кресте. Вот это, мне кажется, мы можем, а значит, должны сделать. Комплект из 6 святых Евангелий для одной палаты будет стоить 1300 рублей, а комплект из 6 Библий – 2000 рублей. Да благословит вас Господь, с уважением и молитвой о вас, Алексей Булатов, директор сибирского отделения Российского библейского общества. Видите как? Скажут, а он не православный. Ну, закрой глаза и послушай, что может быть соединиться с чем-то свыше, не с Булатовым только. Сколько такого, о чем мы не знаем, даже живя здесь. И он, живя в Новосибирске, вдруг приходит, говорит, в шоковое состояние, когда побыл среди этих больных. У вас, наверное, не так там, а? Нет, конечно. Барнаул – одна из самых низкооплачиваемых сфер регионов в России. И в то же время на Алтае есть такие моменты, о которых очень далеко говорят. Больницы. У нас больничные работники. Нет, такого нет. Проводят через всю страну по этапу. Везут Зою Крахмальникову, диссиденту, писательницу православную, и мужа ее Феликса Светова. Она в пересылках, когда это самые негодные, в самые такие места толкают. Такой обиход плохой. Ну вот они оказались в Барнауле. И сразу же сказали, куда едут? В Горный Алтай ссылают. Никуда дальше не поедете, сначала здесь вас обиходим. Сводили, помыли, заменили что надо, постирали. Сразу в больницу поднять, лучшее питание дать. Это люди, которые прошли десятки тюрем и отмечают. Барнаульская тюрьма самая лучшая. Самая лучшая тюрьма, когда по кирпичику разнесенная она будет. Но и все-таки, пока они эти тюрьмы есть, само по себе обхождение какое. Это я свидетельствую, я тоже маленько повидал, могу с чем-то сравнивать. Какой обиход, и как-то вот так бывает. Вот меня когда в 80-м году взяли, ну и как-то за мной специально подставили начальника, начальник по политотделу, Ульяновский Владимир Александрович. Он у меня в книгах даже есть сфотографирован, на презентацию моих книг он приходил. Вот он меня вызвал сразу. Ну, надо все брать с собой, я все взял. Он, а что это у вас в руках? Я говорю, ну какую кружку дали? Кружка вся, конечно, закопченная, щепирит. Он взял эту кружку, как по коридору, запулил ее. Я говорю, так я без кружки как? Все новое дадут. Ну и правда, дали все новое. Просто не прям хрустящее. Но я для него никто. И вот вызывает одного на допрос. А он так видит плохо и вор. Сильно он жаловался на Барнаул. Это яма. Сколько я воровал, нигде не попадался. И в Барнауле 5 лет назад своровал. И скажи, дернул меня враг. Выйти там что-то, папирос купить. Или что только вышел, сразу арестовали. То есть в Барнауле уголовный розыск работает так, что вся страна может позавидовать. Он только вышел. Там гуляет, живет, не берут его, хотя там и воровал. И вот его вызвали на допрос. Как он там разговаривал, не знаю. Но дверь открылась, а вот так вот, это 6 метров камера. И его так ударили, что он пролетел через это и головой ударился о батарею в том конце. Ну это надо видеть просто, я рассказываю то другое. Я сразу подошел, встал, в дверь стучать. Они сразу, что это такое, тебя вызовут сейчас, и тебя так вломят, ребер не сосчитаешь-то. Но когда открыл кормушку, он сразу голос сменил, так, вы что-то хотели? Я говорю, я хотел. Начальника политотдела вызовите. Да мы не имеем права. Я сказал, вызовите. Я не буду говорить, что дальше еще можно. Его вызвали. Вызвали, он пришел. Что случилось? Я говорю, вот запросто пришел человек, он полузрящий. Никто не говорит, что он не виновен. Ну и через 6 метров пролететь и головой удариться о батарею, это чего-то стоит где-то. Да вы что? Это у нас? Немедленно расследовали, кто это сделал, что. Больше об этом даже напоминания не было. То есть можно обратиться, может это не ко всем такое внимание было, как к моим словам. Но однако это чего-то стоит. Так что за Барнаул у нас есть шанс сегодня поблагодарить Бога, что хорошие начальники,
И один из них мэр города, другой прокурор края, дальше вице-мэр Барнаула Петров, тогда был, как сказать, глава железнодорожной администрации. Благодаря им мы имеем вот эти здания. Если бы они не пошли ко мне навстречу, когда я выиграл процессы, я сказал, у вас не с чем рассчитаться недвижимость. У нас бы этого не было. Мы не имели бы такие радостные моменты. И когда Баварин, бумага, вот она висит в коридоре, теперь вы имеете постоянное место для встреч и молитву. Кто-то скажет, вам дали для чего? Для молитвы. Баварин написал, Владимир Николаевич, входивший в десятку лучших мэров России. Значит, я называю людей, ну, первых лиц. Лиц. За Барнаул надо молиться. Вот мы каждую ночь молимся, Господи, помоги охраняющим порядок, это милиция, полиция, и пожарных. Трудные работы, сколько жертвует. Нетрудно это сказать перед Богом. Сколько жизней потеряно этими людьми, которые не всем нравятся, не все правильно поступают. То есть, называется взять на абордаж. Я морскими терминами пользуюсь. На абордаж это зацепить, баржу тянуть. За барнаульское начальство, тут глава Карлин Александр, мы за него поминаем, каждый день молимся. Узнать, кто у вас самые близкие начальники. Молитесь за них. У нас было много благодетелей эти годы. Это директора заводов. Некоторые из них работают на самых высоких постах. И они все до одного были расположены. Не было ни одного, что-то, это, помните, у нас была здесь комендантом Егоренко, Надежда Павловна. И она сама выискивала по газетам, у кого что есть, и шла, и устраивала там какие-то встречи, а потом меня посылали, я уже просил. Ни одного отказа не было. Нигде. У нас столько шлангов, столько вот эти вот резиновые под ногами, это Хромов Анатолий Петрович, директор РТИ, резинотехнических изделий. Насосы, это с этой, станкостроительный завод. Там директор Григорий был, кажется, Григорий, он сейчас что-то в экономическом университете, кажется, работает директором. Значит, здесь особый отзыв. Я когда говорил другим в других местах, а тут никогда ничего не дадут. Вспомните, какую помощь, я всегда хвалился вам, управляющий Сбербанком Алтайского края Песоцкий Владимир Филимонович. Он не просто так помогал, он деньгами помогал книги выкупать. Это главный банкир Алтайского края, если так на то пошло уже. Совершенно незнакомые были люди, и вдруг как-то вошли в это общение. Даже мэр города не раз сюда приезжал, там, и кого только здесь не было. И я сделал сравнение, вчера посмотрел, и какие люди делают отзывы о начальстве своем, то Барнаулу есть за что Бога славить. Это хорошие команды. Нехорошие отзывы были о погибшем губернаторе, вы знаете, Евдокимов, кажется, Михаил Сергеевич его звали. Команда такая у него была. Я не знаю ничего. Я знаю, я обращался только один раз. Мы строили колодец. Углублять надо было. Колодец нужны были очень большие кольца. Кольца, которые опускают мясосруба. И нужно было, чтобы вокруг насыпать щебень и песок. И я обратился. И здесь, где железобетонные, буквально на этой неделе, на следующей неделе, приехала машина специально. Но они дорогой выпили, видать, эти. И одно кольцо разломали. А из остальных мы сделали. Прислали. А от него пришло два огромных КАМАЗа и привезли уже на следующий день и щебенку, и песок. Это оперативно, как в военное время. И кто Евдокимов? И в моей памяти он остался по моему одному обращению. Мы даже не познакомились близко с ним. Но я понял, может быть, Бог нас так просто любит и через край с избытком дает все это. И вот наступил момент, будете сегодня молиться, поблагодарите Бога. В Алтае не все благополучно, но однако вот я даже не выбирал, а ну, на мне так это получилось. Столько добрых людей. Издавал книги всегда через одного человека, Бельгард Надежда Ивановна. Ни разу, ни одного обмана, ни одного опоздания. Ну, вы знаете ее. Все до одной книги у меня, все до одной, вышли через нее. В разных городах она заказывала. Какие книги-то, если они украшают библиотеки президентов? Лукашенко, Путин, я уж называю людей, которые всем известны. Это просто надо заметить и сказать, благодарение Господу, на вторую ступеньку перейти. Я уже много лет никому не обращаюсь, давным-давно.
Один человек, к которому всегда обращался, это директор мелькомбината Ульянова. Елена. Она все снабжает, у нас мука, все, все везде есть. Вот это вам напоминание, поблагодарить Бога. По Булатову можно, я хотел, вот не слышал статью, Виктор Андреевич прочитал, хочу такое небольшое пояснение. Все хорошо было написано, но меня удивили цифры, которые здесь я в конце услышал. Комплект из 6 святых Евангелий для одной палаты будет 1300 рублей. И хочу сказать, что я вступил в общество Гедеон, это не религиозное общество, такое полурелигиозное, это не церковь. Вот. И вот там на одну палату комплект стоит 50 рублей, вот сравните. Но 50 рублей для тех, кто хочет пожертвовать, да? Тут же на пожертвование идет. Вот тут пожертвование идет, допустим, 6 святых Евангелий. А там 6 новых заветов можно положить за 60 рублей. Тут я вот, понимаете, вот какие разные цены. Поэтому, если вы хотите пожертвовать деньги, жертвуйте, подходите к представителю Гедеона. И вот, ну вот в таких размерах, на 1600 там можно купить, ну много Евангелий, там коробки просто. Я вот тогда закупал у них по 10 рублей, там называется добровольное пожертвование, как у нас у православных. Приходишь, допустим, креститься, это не цена, что ты платишь, это называется добровольное пожертвование, так и у них. Ну это с юмором относится к этому, конечно, но однако. То есть к этому я немного добавлю. У нас эти, которые выпустили по благословению патриархи Кирилла, привезли, там лежат, кому надо, берите, 4 Евангелия. Так, тут, Игорь, небольшую поправку нужно сделать. Братья Гедеонов, это всемирно известная организация, как сделали и кто жертвует, все это известно. У этих другое положение. Это для них обходится в это. Они лишнее, думаю, ничего тут не написали. У тех малая часть. Поэтому говорить, сколько стоит в Америке булка хлеба, у нас не приходится. У нас все падает на земледельца, а у них только 10%. Остальное дотация дается. Я еще долго не разбирался в этом. Как же так? Государство берет за квартиру в 10 раз меньше. За квартиру. Чем частник? Да раньше как было-то. Ну понятно почему. Государство брало на себя большую часть забот ЖКХ. А сегодня на человека взвалили и хоть квартиры бросали ходить. Тут так, точно так. И Евангелие, поэтому у них могут быть дороже. Ну а комплект Библии-то ты еще не сказал. Просто посмотрите цену. Посмотри. Ну представьте, Библия. На одну палату 2000 рублей. Да, на 2000 рублей надо жить. Это... Ну, у кого такие деньги? Я просто считаю, что... Библии такие... сколько здесь? Ну, тут комплект из 6 Библии стоит 2000 рублей. Ну, это вот разделить на 6, сколько Библия стоит? Получится. 200 с чем-то получится. Меньше 300. Ну, 250 примерно рублей, я так, по памяти. Это Библия? Сегодня все очень, очень дорого. Больше 300. Больше 300, без дополнительной дотации. Там же еще и размером. Или вот такой вот Евангелие, или вот такая вот Библия. Чем она большая? Ну, мы знакомы с Гедеоновыми братьями через Игоря. И знакомы с теми, которые приезжали. Подозрение в том, что что-то делать для наживы, у нас даже порошинки нету. Это люди, которые трудятся для Господа. Я говорю не о наживе, я там был неоднократно, вот приходил, знаю, Булатова там, все это, но не в этом дело, а целесообразности. Вот как раз Гедеон работает по больницам, это у них в миссии прям забито, ходить по больницам, ходить по тюрьмам. И вот у них уже все это настолько отточено. Я говорю о целесообразности, если вы хотите помочь именно больницам, то самый дешевый вариант это обратиться в Гедеон, а не в Российское библейское общество. Если вы эти Библии хотите кому-то в другое место подарить, там губернатору, конечно, идти, там все дорогое у них, там высококачественная печать. Это Российское библейское общество. То есть смотреть, куда вы несете эти Библии, для кого вы хотите жертвовать. Я вам предлагаю альтернативу. Вот, просто и все. Не то, что я верю, что они ни копейки лишнего не возьмут. Там добрые, очень хорошие люди. Ну еще, говори. Я хочу сказать, что вы, если в эту больницу, вот как ты как-то ездил, так скажи нам, пожалуйста, раздать им Библии. Кому раздать, который бегает с разбитой головой? Mm-hmm. Там нужно проповедовать, там нужно объяснять. Если кто-то захочет дать, как это можно раздать Библию? Вот эти вопросы, да она и вся да, будет там непонятно которые, где. Вы понимаете, все в Гедеоне, вот в Гедеоне есть каждую неделю, они в 7 часов собираются. У них все эти вопросы отточены, отшлифованы до блеска, как до алмаза. Потому что они только этим и занимаются. Как попасть в больницу и как предложить. Вот все это продумано, проточено у них. Там не проповедуют, там никто не даст проповедовать. Никто. Там специальный формат Евангелия, вот такие они примерно. Вот, ну, три моих ладони, вот такие. Это для больниц.
А маленькие, это карман, это другая тема. Ну, конечно, дороговато, я бы не рекомендовал вам жертвовать в эту, ну, по этому письму, если у вас есть. Я рекомендую, Гедеон, если вы расположились к этой больнице и вообще к теме евангелизации больниц. Я могу сказать, что Господь позволил мне доставать Евангелие десятками тысяч. И они были здесь. Только за по деревням, где мы прошли, мы раздали 30 тысяч, а раздали. Но те, которые давали мне, я старался их, ну, как-то отблагодарить. Не то, что они говорили, вот мы тебе дадим, а ты нам дай. Ну, сказали, нам бы хотелось, вот если можно у вас там, мне как-то так сказали. Для меня этого достаточно было, я рад был. Я им дал полный комплект книг в одном месте, в другом. Но даже взятые, это 20 тысяч, комплект это 20 тысяч. Если я 3 раза только отдал, уже 60 тысяч. Так что Евангелие наше, они не бесплатно. Ну, деньги-то не мои. Я не мог что дать и отойти. Я говорю, где с кем имею общение, у меня возможность есть подарить людям книги и остаться. Уже сегодня запрашивают, может переиздать Новый Завет надо, на Новый Завет начать собирать деньги. Я говорю, не надо, у нас еще есть. У нас они книги идут, вот это запросили сейчас. Санкт-Петербург запросил симфонии на неканонические книги, 7 экземпляров сразу. Неканонические. Они тогда приехали, а у них нет таких книг. Но она чисто библейские, библейское общество. Они говорят, да я не знаю, там прошу. Я им сразу пачками дал 100 экземпляров, а всего 1000 экземпляров. Десятую часть я сразу отмахнул на них. Мне это удовольствие, я знаю, что... Ее просто нет, этой книги нигде. Какая есть, она непрофессионально издана, там ничего по ней не найдешь. Еще коротко, вот Юля организовала доставку 50 вот таких комплектов, здесь по 20 штук, то есть 1000 штук мы получили, это было несколько месяцев назад, и это альтернатива Гедеону, обществу Гедеон, православное общество, называется «Сибирская звонница». Вот, футболки вот у этого брата Сергея. У меня футболки, я в ней дома хожу. Они футболкам, ну, футболки выслали, вот, красные футболки, Евангелие в каждый дом. То есть они, это, если Гедеон требует деньги, то, ну, там даже мелкие, то эти вообще ничего не требуют. Они требуют только целесообразного распределения. Меня даже удивило, какие они наивные. Гедеон там настолько, там целый... Давайте я посложу. Целую инструкцию там написал, там целый том, надо прочитать, куда, что, как. Здесь все просто, ребята очень простые, но искушение было, знаете, какое? Мы раздавали с братьями на крещение Господне, вот стояли вот, тоже брат помогал нам. И в результате что там произошло? Мы сделали заявку, и нас обломили. Были много фотографий выставлено у них, там наших, как мы раздавали. А потом раз, все исчезло. Мы узнаем, что кружок слова, вот здесь, Димитра Ростовского храм. Там деятель сейчас появился, молодой мужчина, парень. Он враг нашей общины, враг. Но при всем при том, он заинтересовался идеей распространения этих новых заветов. И после этого нас обломили. Мы там написали письмо, расписали там, и в Тихе показали ролики, как приезжает к нам епископ Сергий новый. Все, они нам восстановили. Поставку все сделали. Поэтому вот за кружок слова помолитесь. Я говорю, Юля, да не надо их судить. Я говорю, ну пусть они нас там ненавидят, там пишут клевету, распространяют. Там я забыл фамилию этого мужчины, молодого парня. Я говорю, если скажут слово на Сына Человеческого, простится им. А если скажут хулу на Духа Святого, вот там не простится. Я говорю, ну какой же хулу на Духа Святого они делают? Они эти Евангелия распространяют, занимаются благовестием. А то, что нас поносят, ну и пусть Христа поносили. А Христос говорит, простится им. Я говорю, они пускай распространяют с хулой на нас, а сибирская благозвонница и так нам подаст все, что необходимо вскоре. Сейчас главное, лежит. Причем гедеоновцы сейчас сами у меня не закупаются, я хотел сказать, берут. Приходит Игорь, раньше я уговаривал их, а теперь они, дай нам, ну, вот этих Евангелий, а я сразу включаю, так немножко пошутил. У них, понимаете, так, православный не имеет права распространять гедеоновские Новые Заветы. Это нельзя, это преступление, там одно из преступлений кодекса ихнего. А я говорю, понимаешь, вот сибирская благозвонница сказала, что протестанты не имеют права распространять. Он меня начинает уговаривать, Максим, да понимаешь, мы же, помнишь, тогда раздавали. Я говорю, Максим, да я шучу над тобой. Я в твоей шкуре, проситель, уже все это время нахожусь. На тебе, сколько тебе надо? Ну, он мне сказал количество, я ему выложил вот этих пачках. Он взял с радостью, увез. Я надеюсь, что еще возьму.
распространяйте, сестры, берите. Но одно условие вам скажу, одно правило точно, не себе. Вот какие книги Игнат Тихонович вам давал, это можно взять себе хотя бы один экземпляр. Это все только на раздачу. Никаких отчетов, ничего не надо. Только вот если взял, отдай кому-то. Тому, кто примерно хотя бы будет читать. Все, одно простое правило. Вот эти вот Евангелие, вот сейчас Сергей отдает, это привезла Ольга Ворова. Где моя рыжая кошка? Это привезла. Нет, это я привез. Это она привезла. Эти? Да, вот эти. Эти я привез. На столе там положил? Вот на столе две пачки. Там на столе оттуда привезли. На столе те две пачки? Там, она привезла. Она привезла. Я у нее принимал. Ну ладно. Просто из разных источников. Она такой. И она нам старалась все это дать. Ольга звать, тоже помолитесь за меня. Штангу надо поставить. Штангу где поставить. А потом поставьте штангу. Да не надо. Потом прекратят поставку полностью. Возьми штангу, потом поставить. Нам полностью обломят поставку. Попадет в руки. Так, вопросы. Не надо этого делать. Вопросы? У кого что-то нерешенное, хотелось бы узнать и прочее. Так, теперь мой вопрос. У кого нет Библии? Дома нет Библии? Для вас лично? Ну, все есть. А то у меня, видите, привезли две Библии. Это бесплатно дали мне. В прошлом году мы Библии достали, я даже трудно мне сказать сколько, ну, наверное, больше 60 Библий. Ну, кое-что пришлось там дать, но Библии уже все ушли. Больше я не вижу, нигде не нашел. Многое взял отец Павел. Он приезжал и увозил просто ящиками. Он работает, ходит, отец Павел, узнаете, о ком говорю. Это же самая Ольга. И она все раздает. И она дал 1000 экземпляров, она говорит, никогда так не было. И народ никогда не спрашивал, тут откуда люди, пошли в библиотеку, она дает. Буквально через неделю нет. Я тогда заказал из Потеряевки, еще раз привезли 1000. Подумайте, мы, православные, говорим об Евангелии в 1000 экземплярах. Что это? Обычное такое явление? А где мы находимся? У нас и так взять сравнение с Петербургом или где-то, это другой город. Это нам Господь открыл просто двери к сердцам людей. И за это тоже надо всегда благодарить. Молитву наполнить благодарностью. Как много нам Бог дал, чтобы осознать это. Я вижу, какие опасности были, дороги. И все позади, как будто ничего этого не было. Какие были встречи. Не все было так, как хотелось бы. Но однако все повернулось. И все во благо было. Иногда мы даже не можем на один день вперед посмотреть. А у Бога видно до самого последнего конца. И Он так располагает, что вот нету, не по нам. И вдруг человек, который против, это тоже чего-то, что-то за этим стоит. А потом вдруг обнаружится, и надо Бога поблагодарить, что был против. Он претерпел за то, что он против был. А нам это было во благо. Он вовремя нас приостановил где-то. А чего-то избавил. Вот так. Давай. Я хотела записать, вот я хочу, ну просто, отец Павел, когда вот у вас был, вы записывали ролик. Я как-то вот на днях хотела его там молитву записать себе. Что она там говорит, узнаешь? Ну, оденьте громко. Не надо громко, у него есть что. А, ну, я жду тогда. Батюшка не благословил громко разговаривать с Игнатием Тихоновичем. Говори, говори. Я хотела записать отца Павла, вот когда он у вас был, и ролик вы его записывали. И я хотела оттуда взять молитву, которую он там читал. И когда я зашла, а там к нему он недоступен, его нету. Там что, его удалили? Там замок на нем. Не знаю, такого не видел. Просто я не знаю, что ответить, надо посмотреть. Вот я его не смогла открыть, висит замок. Ну, мы говорим, выйдем, вопрос задай, там я более подробно посмотрю. А куда задать вопрос? Майл.ру. Дай причину, на что указываю, чтобы я легко посмотрел. А вам в личку или прямо открыть? Все, послушал. В Майл.ру это есть личка. Майл.ру. Сообщение это есть личка. Нафиг, по поводу вот такого использования, но это совершенно неразумно. Абсолютно. Никакой экономии в этом нет, абсолютно. Это просто, я не знаю, вот такое... Пренебрежение к нашей... Не в экономии делать, я поясню, что это неправильно рассуждать, не в экономии. А в чем еще тогда? Не в неудобстве.
Вам кажется, вот когда разговор шел о том, что увидели у вас, как бы, на обед тогда был, еще вы не пользовались телефоном, а тогда и сотовые телефоны были с антенной, что у него торчит там из кармана сотовый телефон, мобильный, это, да? Мобильный телефон, мобильный. Да, и вам это как было, это, ну как бы западло, как говорят у вас там на зоне. Так и сейчас вам этот самый микрофон, этот аппарат тоже как западло он считается вам. Вы выглядите вроде как плохо в нем, что вы старше становитесь, что вы там старик, там такой дряхлый. Дело, я говорю, когда слушать, вот здесь пропасть. Я то и другое выслушал, дальше остальное я слышу. Зачем мне этот шум в ушах нужен-то? Ты меня-то забываешь. Да какой шум-то? У вас главное это аппарат сейчас, не я. Вы меня имеете в виду, что аппарат приложение ко мне, а не я приложение к аппарату. Нет, мы говорим об общении, а вы говорите, у нас только в одну сторону получается. Нет, вот когда сегодня считали проповедь, я все это слышал, я сразу надел. Надел. А остальное время я что буду стоять слушать, когда слышу, это у меня один шум в ушах. Мне это неудобно. Я повторяю, неудобно, потому что... Неудобно, потому что вы не адаптировались. На адаптацию проходит 2 месяца, как он сказал, минимум. В других-то полгода. И шум пройдет. Перетерпим. Ну так и не хотите вы это перетерпеть. Я хотела сказать, у нас Пасха приближается. Сестры, давайте хоть как-то это придем, хоть и пыль, уж не белить, но хоть протереть нам все. Маленько пропылесосить. Мы и так, как дежурить некому. И бывает, дежурство пропускаем. Собираем. У нас не очень в порядке все. Давайте. Вот эту уборку-то делаешь. Так и делаешь генеральную уборку чуть-чуть 2 раза. Это когда было, скажи? А у меня жена чуть не каждую неделю за генеральную уборку. Нет, не перед зимой. Мы уже не осенью. Все, это забыли. Сестрички, крышка, приходили, делали уборку. Делали все. И еще. Давайте молимся. Подождите, я знаю, Игнатий Никитович, позвольте все-таки вот это вот постирать. Это у нас сколько лет, я даже не знаю, сколько, сколько шторы у нас висят, а? Да года 3 уже. Да больше. А постирать-то их надо, конечно, повешать. Надо постирать. И снова повешаем. У нас есть чем заменить, мы можем другие повесить, а эти постирать, потом снова их повесить так же. Так, не разрешаю. Вот ты, не, обожди. Когда просьба у человека, то 2 варианта предполагаете. Один да, а другой нет. Я говорю, а когда говорят тебе нет, за грудки, а коленом между ног ему. Если не по-моему. Я сказал нет, и вопрос нет. Я сказал, шторам не прикасаться. Они чистые, они хорошие. Так все. Все, молитесь, давай. Вопрос закрытый. Не трогать шторы. А что, а я думаю, если бы мы проголосовали, другой бы... А голосовать не надо голосовать. Мы договорились. Я хозяин над шторками. Только единственная сфера. Больше мне еще не надо. Не трожьте. Достойно есть Якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истребления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господь и Бог наш, мы предстали перед Твоим величием, чтобы воздать благодарность за все, что случилось с нами, за этот город, за начальствующих, которые столь благосклонны, столь желательны были нам. И наши просьбы удовлетворяли. Прости, где мы для них послужили соблазном, неправильно поступили. Да будет это предано забвению. Но истина Твоя да воссияет и здесь. Благослови тех людей, которые уже ушли из начальников. Воздай им добром, наставь на путь истины. И о чем мы рассуждали? Что по воле Твоей, да будет перед Твоими очами. А что не по воле, прости. Пошли, добрые жители вселения наше, расширь общины. Только Ты знаешь, Господи, кто нуждается в нашей помощи. Укажи нам на них. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Еще один вопрос ко всем. У кого есть близкие-близкие такие друзья, и кому хотели бы вы подарить, но у вас нет Библии, я вам Библию дам. Спасибо. Вот как раз. Спаси Христос, что взяли. Спасибо. Это Ольга Ворова привезла. Я за них деньги не платил. А дроботов нет сегодня, да? Дроботов. Никого?
что-то синий. Роботы будут делать горки, уже тепло сейчас. И можно чуть-чуть. Давайте расскажу одну вещь. Богатая, я бы на себе.